Николай Курдорф, симфония номер 3 для Большого симфонического оркестра, хора мальчиков, мужского хора, фортепиано и чтеца. Исполняем. Симфонический оркестр студентов Московской консерватории, художественный руководитель профессор Анатолий Левин. Хор Московской консерватории, художественный руководитель профессор Станислав Калинин. Камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель, доцент Александр Соловьев. Детский хор «Весна» имени Пономарева, художественный руководитель, профессор Надежда Аверина. Партия фортепиано Михаил Турбанов. Партия органа Константин Волосков. Партия чтеца Тарас Ясенков. Дирижер Александр Лазарев. Конец первой части можно еще объяснить так. Может быть, пошли не по той дороге. Я обращаю ваше внимание. Себя уже не будет. Три попытки достичь, скажем, рая. Две из которых, первая и вторая части, неудачны. От себя скажу еще. Симфония идет. Части связаны между собой каденциями солирующего рояля, протяженной симфонии, включая 90 минут.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.